Агро. Даже в страхе бегал. Веточка справа. Видимо был. Слав, иди с другой стороны. Работу, походу, нашел. Да нет. Мобов лутать. Конечно же, денежку. Причем на полу валяются. Слева идем. Я пойду справа. Боже, моба упал. Ребят, у кого Зул'джин убит и Лич на CLK-10 закрыт, пожалуйста, отметьтесь в календаре на 31 число в вопросе, чтобы понимать, а можно ли собрать сейчас CLK-10 гера или нет. Заранее спасибо. Что-то не подсказывает, тебя просто подписываться, потому что попросили, вы вообще не понимаете, что происходит. Куда бежать? Мамику. Тебе надо уйти, веточка. Ну хорошо, без проблем. Ну видишь, ты предупредил, Рел присутствовал, не так, как ты, ну как некоторые лимон. Так, Тафик. Иди сюда. Залетай. В суманите, пожалуйста. Тыкаем. Да, рыбку все равно. Ты, когда покинешь этот, можешь тпшиться. Сразу. И нельзя будет поесть, когда он выйдет с места. Да я поставлю новую, у меня есть. Он рядом стоит.
Так. Веточка ТП-6. Давай. Залетай, лимуш. Иди, беги, беги, беги. Давай, меняй. Так, кто тут не был? Лимон был? Да. Хорошо. Так, 4 танка будет. Микстурка с Войдом. Вы посидите... А, хотя Миксур, ты ж один справишься, да? А, да, да. В ДД с петлей. Войд в ДД. Так, Слава с Лимоном. Вы держите босса. Соответственно, сейчас не пашет приколюха с этими... Как он? При косте таунтить. То есть сразу после коста, ребят. Моментально. Меняйтесь. Надеюсь, знаете, что делать. Далее, по остальным. Соответственно, напомню. На ком сейчас метки стоят? Те на кубах. Соответственно, кубы посмотрели, 3D метки стоят. Далее. За звездой сейчас следим. Справа. Справа портала. Выходят бесы. По бесам играют все. С портала за Мактериадоном, где звезда прыгает, соответственно, выходят 4 гитариста. По гитаристам играют РДДшники. Паладинов у нас много. Первую метку. Если... первую метку, если уходят гитаристы. Фиря и я. Точнее, не метку, а первого моба. Второго. Шреддер. Третьего... третьего будем уже бить. Там метки я буду расставлять. Далее. С левого портала выходят демоны. Дим, знаешь, что делать. Дальше. Под слуш выходим. Соответственно. С зеленых. С печатью Мактеридона не слакаем. За 3 секунды до окончания каста не кастуем. Это для хилов и РДД. Умрете от печати, получите ГП. Далее. Когда босса будет 50% ХП, будет перефаза. Соответственно, отбегаем к входу. Вот сюда. Где я прыгаю? Сюда отбежали. Соответственно, все отбегают. Порталы пропадут. Под порталами будет 3 лужи. Если вы в лужи зайдете, соответственно, этот какого? Пойдете в контроль, получите ГП. Так. По тактике объяснил, чек на готовность, баф посмотрели. Дайте рыбу. Рыба была. Вы че ее затыкали? 2 раза. Рыбу я вам поставил. Спасибо. Так. Лео. Еще раз чек на готовность. А, тыкать? Не, только на первый. Соответственно, по команде. И желательно, ребят, кто... А, Лео вылетел. И желательно, кто на кубах, соответственно, если будет лужа на кубах, проанонсируйте, хилы следим за 4-й патч. Чтобы она была, должна быть прохилена всегда. Лео зашел. А он здесь и не слышит никогда, он не откликается никогда. Лео, плюс чат. Отлично. Все готовы, зашли. Войд, Шейпер, вы в ДД. Тут 3 танка будет. Заходим, встаем. Пока танки не поставят, конечно, соответственно, пока не прибегут, никакого дамага по трэшу не должно быть. Все готовы? Танки пуляем. АОЕ на пол дали, влились.
Играем по чаротворцам оперативней. Косты затыкаем чаротворцам. Быстрее по чаротворцам играем. Турбойс точно треснули. Сразу же помогу баф даем. Встаем на изготовочку. Мы не успеем шкаф поставить, что надо присмотреть. Не а где он? Вклини шкаф. Двадцать секунд до активации, суммоним. Давай быстрее. 5 секунд активация. Да пускай стоит, чё вы. На пол на Славика дали. Дима там за Агрин. Геру. Агро. Славка, дай наберу агро, заберешь, забирай все. Забирайте танки. Забрал. И там ты не восприимчив. Восприимчивость. Держи, да. Пока. Держи, выставляй на центр. Забрал. Разверни. Да нормально, может и так стоять. Вкидывай. Таунты не жмите, бесполезно, пожалуйста. А кто у нас танчит босса? Я что-то думал, что микстурка танчит трэ. Убирайте. Он этот взял, чтобы набрать. 10 секунд, кубы приготовились. Кубы приготовились. Так, гитаристы. Кубы прожали. Первого филяя. Второго. РДД по черепу. РДД по черепу. Четвертому дам стан. Ё-ма. Дим, слови. Медишник играет по боссу. Маш, Берри, Орхидею. От волн уклоняйтесь. Слуш, выходим. Все оперативно делаем. Дальше без метки играть. Отлично. Так, Орхидея, Берри меня. По черепу. Быстрее только. Кубы 10. Блин, кубы 10 секунд, готовимся. Таунт. Лагаю. Дима, подстрахуй. Куда? Череп. Ой, звезда, звезда. Звезду прожми, кто-то звезду прожми один. Отлично. Легли? Нет. Нет. Отлично. Кто там? Бес. Опять гитаристы. Да, ну так что я лагаю. Забирай. Отдал жертву. Отлично. Так, по черепу.
Сколько там у босса? 62? Я вижу. Агро, Бэйр, Дори. По черепу. Забирай. Тут еще один должен. У вход. Угу, вижу. Дим, любого тяни. На мне есть один. Был страх. По черепу. Мы готовимся. 5 секунд. Приготовились кубы. Прожали кубы. Забирай. Прожали кубы, демоны, готовимся. По черепу сыграли все сейчас. Играем по демонам. Череп, крест, приоритет. Там, дайте Таурена. Лови остальных. Да, играем по демонам, по все по демонам. Давай. Оперативней. Сколько там у босс? Процент. 65. Долго. Быстрее демонов сносим. Забирай. По боссу играем. Стопнули по боссу. Стопнули фулл дамаг по боссу. Кубы готовимся. Стопнули фулл дамаг по боссу. Беса. Прожали кубы. Быстро прожали кубы. Кубы прожали. Отлично. По бесам. Все по бесам играем, а уешим. Дайте инер в Дори, пожалуйста. У кого меньше хп, в того и играйте. Славик, а вылетел, что ли? Стоит, просто ничего не делает. Не бей босса команду. Добиваем. Бьем, добиваем. 1%. Отходим ко входу. Поддайте там жертву. Ко входу, ко входу. Отлично, ставь. Ставь, главное, чтобы не откинуло. Оперативней. Слушай, выходите. Рассасываемся. Поворачивай, нормально. Забирай. Чуть-чуть дал уже, не дурит. Угу, отлично, бьем босс. Все, босс мешок. Не на, повернули ко входу. Ко входу, лимон. В этот, как его? В лужу попадешь, тебя законтролят. Теперь следим за лужами и как его, за печатями. Так. У Агры есть БР, нет? Агра мертв. Я спрашиваю. Нет. У кого-то из друидов есть БР? А, во. Кукулина есть. Кукулина. Лопасос, БР Агру. Таун. Хил Рейдан. Служи, выходите, не слакайте. Иди, пожалуйста, по уху липалу имя. Шансунг, да, после печати гимна ману. Во
дурачим. Там. Дарт Вейдер еще лучше. Я вернулся, конечно, чё. Эд, как его? Димка, вот примерно так должно было у нас быть с пугами, да? Да. Только мы на бесах падали. Сложи. Да босс почти упал. Да, Лимон, он ДЦ. Слушай, выходим? Не шлакаем? Так, молодцы. Портал дайте кто-то из магов. Портал полетели на руля. Какое шмотки на РПАЛа. Смотрите, как кто первый по ДПС. Я вообще не верю в это. Что, ты первый? А ты в босса теперь, да, урон? А чё мне босс? Я первый. Не нужен никакой босс. Слышишь, Тём, глянь, Тафик вернулся тоже, да? ДПС пришел. Ну да, есть такое дело. Щитхак хорошую получил. Сумка нужна такая кому-нибудь? И для ролла ему надо возвращать ЕП. Сейчас верну. Если он вернулся, он говорил, что вроде еще неделька. Нужна сумка кому-то, рольте? Есть такие. О, агры нет. О, кто в Долорант поставил? Ну вот что за злодей, а? Теперь вообще никакого нет. Гиркин еще не качнулся, чтобы порталы ставить. Ну, честно, может, печать еще заролишь? Я ж не в рейде. Так, Роми, ты где? А чё? А то. А мне ГП, наверное, приор не позволит печать. Да. Сколько печать? 500 ГП? Угу. 495. Много. 494. Слушай, мне стоит 500 жетонов. Да. Или 20к голды. Да, 20к. Да я так, потом, попозже. Мне две печати надо, и все, и фуллер пал, бисовый. Да ну, не. Да я там мне что-то бисовый. Я мотокол бы, да. Да я пошутил, я знаю. Мне что-то, мне надо ОД собирать вообще куча. Три, не, 2Т10, две штуки. Это уже 1030 ОД надо. Так это все. Это уже 2Т4 на ретрик. Честно. Да, уже все, голова и руки. Так это очень быстро. Да, два часа. А что, Т10 плечи, да? Да, у меня Т10 плечи. И что еще? И что-нибудь еще? Не, там надо будет с кого, с тухлого, да? Да. А пояс какой, кожаный у тебя или какой? Лофа. У меня пояс с этого. С магик, пока что. Пояс с профа. Магик тоже. Бисовый, слышишь? Это когда уже бисовый с профа, это я знаю.
О, вихрик-то сделался, надо же сдать было. Ну ладно. В резку пойдем сдам. Угу. Ой, два воятеля. Лол. Чем ли два? Ну два, две руки, нормально. Выиграли шея не биса, я просто обогнал всех по ДПСу. Не 2АК ты вообще заломан еще планируешь собирать? Посмотрим. Я, кстати, ребята, стесняюсь, я в заломании не был ни разу на сервисе. Вот, я хотел бы туда как-то разок заглянуть. То есть следующим пойдешь? Не должен. Кроме мы нет. Сделали квест. Мне лучше надо. Соответственно, идем 3 сундука и квест делаем. Честно, тебе это там что делать? Там квест? Мне надо на геры квест, и геры уже 10-25 гер могут уходить. Еще квест закрыл. Нет, у нас... У нас, может быть, наберется на 2 зломана, нет? Народ, Валон, такой онлайн высокий. Не всегда. Чтобы взять 3 сундука на залог. С убитым профом, соответственно, который дающий ДПС. У нас только такие два лока. Это клинит и задум. Вот две десятки. Угу. Один наркоман, другой неадекватный. Алкаш, я слышала. Не умудрился в глаз. Ахаха, да, ну-ну. Честно, ну вот смотри, вот тебе, вот ты вообще должен был первым. И пропал. Вы вот и просто вот, с вашим состоянием, вот просто друг друга сразу вы должны были увидеть, все, завтра, да, все, пошли, все. Кто из локов зашел, кто-то в этот шкафчик поставьте? Я засумывал только что клинит. Заходи, Винс, пошли. Заходим, Винс. В инсте сумонимся. Вообще-то есть лог? 247, что ли? Если его приодеть. Ну, хоть один лог не наркоман будет. Скорее всего, тоже не очень нормальный притиска. Так не натуралом, что ли? Охренеть, людей тут зарядят. Почему нам не падает троллейбой? Ну я пойду, упадет, заберу. В прошлом году я упал. Как это упало? Не было? Ну, я не с вами была, троллейбой. Не падает. Троллейбой, топорик 271, зам. Это типа на Пурика, да, он не троллейбой? Ну и на Джейса дайте. Как говно. На. Три. Почему ты так решил роль? Дина, а ты пуху свою откуда выбивала? Кого сумон плюс чат? Ребята, все здесь, попала. Отлично. Чек на АФК, баф отдаем. Тык еще раз дыг-дыг, еще последний час. Так, если сейчас отдыхаю. Блин, я трезвым выговорить не могу. Дым, тын, тыныч. По десятке потом на пару слов останетесь там. Гурский, Юля. Так, танки здесь, хилы здесь, поперли. Череп убили, потом этих. Юль, возьми сосредоточение себе. Череп играем.
Лё, чё вы ФКшим-то? У нас ещё РС-ка. Ну, я тут выше, ниже канала, не пахал, там музыку послушал, я алфа-то не буду сканировать. Да, да, хорошо. Подводите этих. По кресту играем. Кто? Джоки. Второй вайт. Какой босс у них? Проф. Так, Войт, вот Шейпер, хотите побить босса или чё? Или потанчить? Ну, выбирайте. Я приста танчил. Ну, могу побить, могу потанчить. Не знаю, без разницы. Хорошо, бей. А, нет, вот ты в танке. Так, есть у кого рыба, ставьте. Войт на звезде, я на печеньке, Слава на этом, на кресте, лимон, ромбик, крест, а, череп, микстур. 3D метки стоят. Соответственно, милишники играют всегда в крест, пока его не убьют. Потом по команде. РДДшники, хилы набираете, когда активен череп набираете рейндж между собой. Так. На Славикаса. На пул давай. Остальная фигня. Чек на готовность. Рыба. На рыбы нету. Кончилось. Я не покупал. Я тебе говорил, купи специи, я сделаю. Как минимум в два раза дешевле. Все готовы. Отлично. Отчет на пол. Дали сначала поставить танка. До активации 15 секунд. Играем по кресту. Далее сначала крест поставить. Слав, скажешь, когда надо будет забрать. А сколько череп стало? Играем. Рейндж набрали, хил РДД. Ну, когда будет бить, где-то 1030. Ты сам. Кроша, пожалуйста. И да, магит с полстилем с кроша. Баф. Играем по черепу в РДД. Я что-то сорвал на себя. Блять, собаки. Это собаки. Это что-то больно было.
Крест. Забрал на пару. Играем в крест пока. Сейчас. Забирай. Готовимся 5 секунд до активации. По звезде играем. РДД по звезде. Ребят, собачек заливайте, пожалуйста. Топ еще аэрофонского ДПС на что-нибудь полезное. Да, нормально. По кресту играем РДДшники. По кресту. В череп играем. РДД хилы раньше набрали. А, да. На диспеле. Орхидея. Вента. Ты читать все можешь машин. Или нет? А, все вижу. Вента, Маша, Лачдан. Да хватит. Да, хватит троих. Если что, там помогут остальные. Череп доливайте. Череп слили, играем по кресту. Неправильно прочитал снег. Я заберу славку. Спадут, забирай назад. По ромбику играем. РДД. Я пойду помогу. Да, пойди помоги. Ну что может в этот. Ну смотри, могут какого? Любого танка кинуть. Если что, будь наготове. А, нет, кашники есть, отлично. Если кружка упадет. По кресту играем. По кресту. Прикинь, ты ни одну прожимаю, вторую нельзя прожать, пока первую нет. Сейчас спадет, заберешь обратно. По кресту играем. Геру дали. Все по кресту. Диспелить проклятие не забываем. Милишники крест долили, играете по королю. РДД в звезду.
мощно вообще. Да, когда мы только начинали. Веселье просто. Немного послакаю тут с мегатанком, потрещу пока. Ну отойди на всякий случай, если слакать будешь. Не, я в чате просто что пишу тут. А, активация 5 секунд. Ромбик долили. Ромбик долили, РДД. Ну просто ж... Дальше по звезде потом. Ну просто ж... Вчера Джокера расстроили, что у них якобы имба-танк на кораблях держит 80 стаков, то есть он не прыгает туда-сюда. Я расстроился, чуть по лазе на ней ударил свою. Ну и какой у них имба-танк? Найт Кинг. Тёма тоже, твой тёзка. Но он говорит, класс, что это вранье. Класс какой. Паладин? Нет, не держит. Не держит, не держит. Я с ним сейчас разговаривал, я с ним раньше в одной гибло. Не держит. О. Так это он и говорил. Кто тебе такое залил? А? Это кто тебе такое сказал? Ну, тоже какой-то из джоков. Я им вчера ЦЛК 25-ку танчил. Кем ты вредишь сейчас? Паладина. Хвалит? Ну да. Да, да. Звезду убивают, типа королю играть. Близко там у звезды не стойте. И милишники лучше отошли бы в короля. Даже танк. Короля, все по королю. Так, лопасос, дай по турбой суинер. Да ему уже налили. У них, кстати, на тухлого интересная тактика очень. Какая? Ну. Они сбегаются со спорами. В смысле? Под босса. Все. И под босс. Типа раз получил и все, да? Да, они сбегаются все под босса, под гимном на ХП делают оверхи и больше не сбегаются. Ну тактика-то прикольная, но если прослакать, то извини, там все заблюются. Ну нет, так они потом разбегаются, там люди были, ну там пугарейд был, то есть не все отошли сразу милишники. Понимали. Милишники отошли от босса. Все, даже танки. Не все понимали, чего от них хотят, но тем не менее как-то изи получил. Ну слушай, кстати, интересно, именно в плане реализации, то есть делать разок посмотреть. Не, это можно, почему? Я же ходил с ними. Ну я на тухлом не слышал, но у них были проблемы. Танки пошли дальше. Дальше идем чистим. Что? Да фигня. Мне опера вчера понравилась. 29% на опере ставили. Вот опера, да. Заберите кто-нибудь, пожалуйста. Сейчас умру. Хилы, не слакаем, погнали. Одного стоит. По одному танчу, мы там не убьют. По черепу играйте. Ну ладно, ну... там что. Как не молни, пожалуйста. Клинит, вот как вы погибель не убили, я с пугами убил. Да, так хорошо. Тот же самый. Там надо тем на второго босса кого-то другого, не, ну, не тебя ставить, что погробует.
потому что так, меня... Я тебе о чем говорю. Да, нам на пульщик нужен был. А пульщик был бы, был бы нормально. Потому что там дамаг по мне просто бомбежный. Да, нужно испаритель завтра купить. Я надеюсь, я на руках, правильно? Да, нет. Блин, ну это неинтересно. Чё ты хочешь, на руках попробовать? Ну да, можно. Послакать будет. Да фиг, мы на боссе послакаешь. Ну ладно. Мы в 5 хилов, да, идем? Почему в 4? Не играйте в череп, пожалуйста, ребятки. Не играйте в тех, кого я держу. О, отлично, с меня сорвали, походу. Я танк, я танк. Да я понял, что это танк, да я ж вижу. А чё мне в РС? Магом нужно? А чё? Не хочешь в этот ДКшником тьму пофигать? Вообще желания нет, чё. Да хорошо, пойдешь лагом, чё проблема. Лага, что по пульщику? Послакаю, там проще за нас. Есть, короче, видосы, кому может быть надо, который с кем не играл. За ДК танк такая со света тьма, но с мальчик знакомый регит. Видосы списывают. Я не тебе, я вообще, да я знаю. Просто недавно тебя пересматривала. Думаешь. Войт, кстати, сколько подписчиков на канале? 85. О, че так мало? Я их не собираю. Я уж думал, знаешь, это там. Как он? Процент. 20 тысяч. Реклама йогурта у меня. Порезали там народ. Играйте. О, черепу, пожалуйста. Ты в Т-10 будешь лимон собираться? Чё? Ты в Т-10 будешь собираться или в Т-4? Нет, в Т-10. Т-4 на ретрик. А чё, не хочешь танки Т-4? Пробивает меньше. Пока и токены. В ЦВК по-прежнему 4 Т-4 рубит, но 2 плюс 2 тоже неплохо, вот мне говорят, очень даже. На агро вообще лучше. На агро, да. И рассказали вот мне сейчас новую тактику еще из доджо. Как правильно корабли танчатся, чтобы вообще не прыгать туда-сюда. Надо один тал перекидывать мне, я не знаю, у других, у кого-то еще. На какой? На какой тал? Вот такой. У меня он вообще не вкачан. Че, в игре Циндра ваншотает, да? Тех, весь рейд. Или уже на он сейчас пишет. Они на Ачи выходили в 25-ку бочку только что. На эти слабые рейдеры удара. Циндра, говорят, за Рагана.
Там раньше она просто приземлялась, и чтобы она сейчас приземлилась, ее походу надо затаунтить при приземлении на масс. Ну как обычно делалось, что этот как. Она не забаганная, она исправленная, если не точно. Да, то есть как и должно быть. Близлайк. Так, порезались, отлично. Бафы раздали на боссе. Слава с микстуркой. Лимож, твои левые будет, твои задние крючки. Задние это где? Они появляются в любом месте, в случайном или... Ну, примерно вот, смотри. Они могут появиться где-то вот тут вот. То есть вот твои приоритетные, это вот задние, дальние. Тут, если что, по центру, где босс сейчас стоит, РДДшники с этими, с хилами могут закрыть. Лимон, твои вот тут вот слева. Вот примерно где-то вот отсюда. Но что могут появиться две здесь, я не успею добежать. Я буду справа, на печке. Дзен, вернись чуть-чуть, я не могу ДК бафнуть. Хотя ладно. Там бафнешь он. Остальное по тактике все знают. Милишники, ближние, левые и правые ручки за вами. Чек на готовность. Здесь главное за этот, как его, закрыть ручки, не забываем. Лимон, готов? Славка, чуть за мной пошли, сейчас отсюда сагрим и переведем в тот правый угол. Вот сюда, понял, сагрим? Туда переведем. Все готовы, отчет на пол. Пошли, пошли. Готовимся. Все, стоим теперь, Славка. Подальше, Войт, стой там сзади. Ой, еще, Слав. Пошли. Это... еще. Что-то ручки. О, тут стоим с Лаком. Геру дали? Ага, отлично. Молодцы. Ручки. И он теперь нас типа откидывать не будет? Да, будет, но недалеко. Сюда, в угол. И плюс печка на него постоянно работает. Ручки. Ну, типа такую вот хитрость я нашел. По Гарейде, кстати, случайно его так поставил и понял. Ручки. Ты главное в меня впритык стань, чтобы он тебя не откидывал, понял? Печка. Так, сейчас я помогу ручки. Видишь, и его постоянно печка поджигает. Ну, как-то, мне кажется, больнее прилетает. Ручки. А ну. Ручки. Ручки. Вишники, следим за дебафами. Печка, ручки. Дай прожимку, Слав. Ручки.
Ручки. Прожимки. Ставимся по ручкам. Умер я в ручке. Ой, ты умер, так что ручки стараемся, закрываем. РДД, ручки не слакаем. Я подкрепил, ничего, нормально. Маш, Берни, Войда. Ручки. Отлично, печка. На, сейчас бафнул будет. Ручки. Да. Отлично, на РС крутим. Пойдите, сейчас разролю, потом на РС крутим, потому что не дайте всех портал в Даларан. Так. Сейчас, секунду. Если кому-то что-то не надо, значит летим на РС. Я сейчас на мага зайду наконец-то. Да, стоп. АРС 25 же требует проф, а у всех проф здесь закрыт в этой пати. Ну, кого не этот не убит, я... Любой проф, любой. Проф, соответственно, любой, да. Так. Сейчас, секунду. А кто им в РС, кто в Долоране? Убитым профом, 4-й, 5-й, в РС 25. Так, далее, по разролу. Печать пустоты. Шредер обмен. Звезде обмен даешь? Хорошо, понял. На, ну смотри. Щит. Второе, когда падает, я не знаю, забирать, не забирать. Ну, что, нормальный щит вроде. Да нормальный щит, у меня такой же. А когда ты синдры любишь? Только с дыркой. Когда ты синдры любишь? 60-й щит с дыркой лучше, чем 64-й. Конечно. Спина, плащ. На ретрика. Он холика. То есть вы опять этот щит распылите, да? Здесь процентов не хотите. Собили. Зачем тебе этот щит? 10 скорости, чтобы было, что ли? Там дырочка. Звезде обмен, давай. Там интеллект можно поставить. Еще один дрыльник, ты не шаришь, Войд. 247 нов. Если дрыльник тут. О, вижу, они же интодрочеры. Им все на инту нужно. Желтые там. Кинь нам на этот. На оф. Чего? Я на оф отдал палу. Так. Ребятки, у Эрэски мамонт есть редкий, кому нужно, бегите, летите. Я лечу уже. Да уже убили мамонт. Мне уже аддон пошел. Блин, а да. Антон, а это, хотел спросить, этот, поменяйте лут, этот, лутмастер, пожалуйста. Пояс. Чтоб золото отвать его. Шреддер, обмен. А, ясно. 370. А ты его два раза за щит кинул, да? Я и за щит, и за плащ. Они все забирают. Печать пустоты. Что там, Гера стоит? Поставьте обычку, мы не готовы пока для Гера. Да.
Сейчас мы выйдем. Да, выйдем с стая поставлю. Так, что у нас? Ехал Славикас. Славик. Да, но обмен. Я не верю в это счастье. И на наш... Ты зарулил, что ли? Да у меня ни одной пищи не есть. Печать. Нормально, чё. Так. Плащ с духом, скорость, дух. Мейн спек. Давайте быстрее. Эрдру, это хилам. Эрдру, холи пристой рольт. Да не бисы вы уже все. Я на ух. Чунцунг. На ух, обмен. Тём, поменяй на 25 обычку, пожалуйста. Я в инсте. А, все, подать, все, стоим и курим тогда. Так, ну и что мне апнуть? Пусть валит. Голову или грудь сначала. Дробяшка. У меня голова нонсетовая, 264. Тогда грудь. Соберите обмен. Чтоб сиськи выросли. Нет, чтоб ты был больше. О, какой я большой стал. На пол сантиметра. Так, дальше. Сабля. На кастера пуха. На этих. На демонов хороших. А есть у кого грудь Т4 брата не апнутая? Т4 грудь есть. Брата, Павловская. А, не, у меня Павловская. Печать пустоты. Пять Славик. Славик с обмен. Две подряд. Охренеть. Прикинь. Теперь штаны апать надо, а то не помещается грудь в них. Что, все, вы на РС идете? Да, на РС. Пойдем. Сейчас, секунду. Раздораливаем. Сист, пожалуйста. Да, сейчас. Шея на кастера. Крит скорость. Почти подвоха, смотрите. Хорошая наша. Хпала тоже норм. Так. Что там по приоритету?